У ефіры святочны выпуск праграмы «Навіны рэгіёна». У студыі Павел Савіцкий вітае вас. Магілёўшчына віншуе Бабруйск з 630-гадовым юбілеем з дня заснавання. І ўсе разам святкуем 750-й дзень нараджэння Магілёва. Асноўныя пляцоўкі, святочныя шэсці і якім салютам Магілёў сустрэне юбілей. Падрабязнасці далей у выпуску. Делегации из 14 краин прибыли на свято Могилева. На официальном приеме, что отбылся у Золотой зале Палаца Шлюбов, керовник города Владимир Цумаров поддяковал гостей за визит. Так само на встречу были запрошены былые керовники города Дмитрий Сивицкий, Виктор Шориков и Михаил Краснов. Повиншивать Могилёв 750-годзем приехали 40 делегаций из 14 краин, у тым лику из Германии, Китая, Словакии, Польши. Город на подъеме, город живет, потому что мы были в 2012 году, по сравнению с 2012 годом очень многое изменилось в хорошую сторону. Я другой раз в Могилеве, год тому назад был первый раз, и мне здесь так понравилось, что я нужен вернуться здесь. У Могилева 18 городов побратимов, еще 18, с якими подписаны погоднения об супрацовництве. Не глядя на отлеглость, такие встречи продают новый импульс экономичным отношениям. Многие предприятия, которые сегодня находятся современные, это они построены и новые созданы рабочие места. Это благодаря нашим партнерским побратимским отношениям. Смотрите, вот эти все предприятия, которые находятся в МГИндустрии, Мебилайн, это предприятия, которые пришли к нам с литовским капиталом. Сегодня мы очень плотно работаем с Российской Федерацией. На связь Великая китайская делегация, которая подарила Могилеву 2 электробусы и 8 жилых домов. Могилев наращивает экономичный потенциал, будуя дороги, социальные, культурные, спортивные объекты и жилье. Як отзначил на урочистом приеме старшиня гарвыканкама Владимир Цумаров, горожане любят Могилев и робят усе, каб ён стал еще лепей. Тысячи гостей и жихаров Могилева собрались на центральной улице Першамайской, где родный город с днем народжения веншевали удельники театрализованного шестя. Яны поведали про славную историю, повеншевали выпускников, спортсменов, а молодые пары, которые только створили новые семьи, подарили городу 750 поцелунков. Очень хорошее впечатление, очень хорошее. Все красиво, интересно. Мне приходилось участвовать в праздновании Могилев 700. И Могилев 750 хорошо показывает, что путь пройден очень достойный за эти годы. Это просто здорово. Для детей очень красочно, познавательно. Для истории Могилева будет. А что больше всего вам понравилось? Ну вот, побратимые государства интересные были. Все впечатлило, все понравилось, все очень красиво. Красивые наряды, очень активные дети. Вообще все красиво. С праздником, Могилев! Вообще нравятся такие мероприятия, которые у нас проводятся. Это очень сплочает нас всех, мне кажется. Мы специально приехали на праздник города Могилева посмотреть, оценить, побывать, получить много эмоций и впечатлений. У святочным шести были и подарунки. По ходайництве Могилевского облвыканкама Минский тракторный завод передал Могилеву новый трактор «Беларусь». Реанимобиль худкой медицинской допомоги с сучасным обсталяванием так само сярод подарунков. Татьяна Сергейчик, Снежана Крыжевич, Виталь Вопсев, «Новины региона». Больше за 10 тысяч залпов, самые высокие до 250 метров. Картины у небе створены с допомогой пиротехники и все это под музыку. Незвычайный фейерверк убачить могилевчане и гости города 1 липеня о 24 годины. Это подарунок Китайской Народной Республики до дня народжения Могилева. Каля 30 человек. Представники не только китайской, але и белорусской, российской пиротехничных фирм монтируют установки для фейерверку. Фейерверк разделен на 4 части. Первая часть посвящена празднованию Могилева. Вторая часть Белоруссии как нации. Третья часть Китаю как нации. И четвертая часть – это содружество двух государств.
Сами вытворцы фейерверку говорят, что это пиротехничное шоу, бо залпы будут синхронизоваться с музыкой. При ритмичной и динамичной мелодии фейерверк будет небы танцевать. Самая пиротехничная провинция Китая – Хунан. Миновито оттуль и проехал фейерверк. Коля 80% пиротехники у свете народилась там. Ну, вы знаете, это уникальное пиромузыкальное шоу. Да? Вот я даже со своим небольшим опытом, но он все-таки есть. Могу сказать, что будет очень круто, и я такого в жизни пока еще не видел. Звертаем вашу увагу, что для безпеки выставить посты отшапления. Будет перекрыты мост и Мяешина праз Днепр, парк аттракционов и территория каля палаца в области. Уважливо ставьтесь до своей безпеки и безпеки инших. Павел Савицкий, Катерина Градницкая, Виталь Алексеенко, новин региона. А вот головное свято Беларуси, День незалежности Могилёв почне отзначать на Буйницком поле. Митинг на мемориальном комплексе с ускладанием кветок почнется у 10 годин раницы. А поудни на площади Зурок Могилёвчан чекає святочная программа «Ганаруся табой Беларусь» и свято национальной культуры «Моя родима Беларусь». У Комсомольском сквере распочнется концертная программа, а у сквера 40-годия перемоги пройдет святочная программа для самых маленьких. Концерт с уделом переможцев и финалистов городского творчего конкурса на лепшую песню про Могилёв пройдет с 14 и до 15.30 на площади Зорок. Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имя Леонида Иванова распочнется о 19 године на площади Славы. У 20.30 у всех могилевчан и гостей города чекая святочная шоу-программа «Наша земля, наша родима Беларусь» с уделом лепших творчих коллективов города Могилева и Бобруйска, солистов Национального академичного Великого театра оперы и балета, знакомитого белорусского гурта Тяни Толкай, зорок российской эстрады Олега Газманова, Алексея Воробьева и гурта «Френды». У рамках свята на площади Славы пройдет республиканская акция «Спеем гимн разом» и святочный фейерверк. Экономика, будовництво, медицина. Эти дни для Могилёвщины были надзвычай насыщенными. Далее у дайджесте только некоторые со шматликих подей тыдня. На 9-й международный инвестфорум «Млын поспеху», який гэтым разом проходить у Бобруйску, приехали бизнесмены трех континентов, представники 50 замежных компаний. Баки поспели не просто обмерковать супрацовництво, заключены конкретные домовы. Мы подписали 9 соглашений. В целом у нас подписано договоров на сумму более... около, буду скажу так, 100 миллионов долларов. Как означали на выниковой пресс-конференции, Могилёвщина уже теперь распочинает активную подготовку юбилейного 10-го инвестиционного форума. В областном центре на тыдні официально открыли шматповерховый дом, который будовали могилёвчане по замове китайского боку. Социальное жилье узводили за гроши Китая. Будовля велась отповедно погоднению урада у двух держав. Ведя нагляд за работами по будовництве и накировывая финансование китайская энергобудовничая корпорация. Яна будовала Минскую ЦС-5, электростанцию у Новолокомли. С их финансовой допомогой в области сданы 3 социальных домы. У Бобруйску, Осиповичах и гэта у Могилёве. Кабинет дистанционной литотрепсии на тыдні открыли на базе Могилёвской городской больницы худкой допомоги. Новое обсталевание дробить камяни без хирургичного вмешательства, что дозволить оказывать допомогу больше терминово и большей колькости пациентов. С апошними новинами вы можете познакомиться на нашем сайте tvrmogilev.by. На этом я с вами развитываюсь. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире.